Боже мой, это невероятно! Еще немного терпения, и вся вселенная будет у моих ног. Верните изображение. Дайте заставку. Приносим свои извинения за временные технические неполадки. Уберите камеру! Уберите! Зачем такая жестокость? Жестокость? Меня интересует только научное исследование. В силу предоставленных мне полномочий, я от имени президента республики рад присвоить вам звание кавалера ордена Остолопов. Мне не везет. Нет, вам очень везет. Орден вы получили до скандала на телевидении, а то бы вам его не видать. Если эта ленточка, то есть мой орден, не достоин меня, то есть совсем наоборот, я его не вполне достоин, тогда меня пусть лишат. Единственное, о чем я прошу, будьте достойны доверия, которое вам оказывают. Угу. Меня маловато средств. У вас ведь есть голова на плечах. Измените ваши методы. Измените ваши методы. Золотое время жуликов и мелких воришек уже прошло, ясно? Нужно немножко подумать. У вас есть голова на плечах, а? Умейте ею пользоваться. Господин комиссар! Вы опять начинаете? Ступайте отсюда. Идиот! Господин комиссар! Что еще? Кровать! Оставьте меня в покое, идите спать! Моя кровать! Моя кровать! Ой. Моя кровать! Остановите ее! Бертран! 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 Что же это происходит? Боже мой! Остановите! Остановите! Здесь есть? Я, господин комиссар. Молчите вы.